В среду в Самарской области будет облачно и пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. В утренние и вечерние часы будет значительно прохладнее, чем днем. А в дневное время 17-23 с плюсом, ночью 12-14 выше 0. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя. Днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. Ветер западный 2 метра в секунду. В Тольятти малая облачность, утром небольшой дождь, плюс 19 градусов. Дневное время, ночью 15 выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура 19 градусов, тепла, ночью плюс 13. Ветер западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.